Здравствуйте, дорогие друзья, я Николай Лужков. Сегодня я хочу вам рассказать о возможности, как получить новый автомобиль в течение 5 или 6 месяцев и потратив на это всего 3750 рублей. Если вам это интересно, обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы понять, как вы сможете это осуществить. Первое, что вам нужно будет сделать, конечно же, зарегистрироваться в компании по ссылочке, которую я вам дам. Эта компания будет платить нам деньги. Второе, необходимое условие, найти в своем окружении 3 человек, которым нужен автомобиль, новый автомобиль, за 3750 рублей. И потратив на это всего 5 или 6 месяцев. Почему 5 или 6? Потому что, ну, я исхожу из того, что автомобиль, ну, лично я хочу обновить автомобиль, я не собираюсь брать слишком дорогой. В пределах 600 тысяч рублей вы можете заработать на этот автомобиль уже в течение 6 месяцев. Кто-то может и быстрее. Но об этом вы узнаете чуть позже. Теперь более детально. Смотрите, что для этого нужно будет сделать. Как я уже сказал, зарегистрироваться в компании, которая будет платить деньги за несложную работу. Конечно же, автомобили компания не раздает, а дает возможность заработать на новый автомобиль за такой короткий срок. Ну, работой я это назвать не могу. Вам всего-то надо найти 3 человек, которым это тоже нужно, и все. Больше ничего. Остальные действия, они простые. Это, ну как, рутина. Вы один раз в месяц берете в компании продукт на 50 баллов. Я дам вам ссылочку этой компании, вы там зарегистрируетесь. И ваша структура вас повторяет. Те люди, которым... Вы показали возможность, как приобрести автомобиль за такие небольшие деньги. Они вас повторяют, тоже находят каждый по 3 человека. Один раз в месяц берут с компании продукт, и у вас создается товарооборот. Вот за этот товарооборот компания, в которой вы зарегистрируетесь, и будет вам платить деньги. А эти деньги, суммируя за 1, 2, 3, 4, 5, 6 месяц, их как раз хватит на новый автомобиль. Но вам не нужно эти 5 или 6 месяцев в каждый месяц искать новых людей. Нет. Вам достаточно, внимание, найти всего 3 человек и ежемесячно взять продукт на 50 баллов. Но... Во второй и последующие месяцы вы будете брать этот продукт уже из заработанных денег. И поэтому вы уже не тратитесь. Вы из своего бюджета, из своего кармана платите только один раз. Первый месяц, когда регистрируетесь и берете продукт. Ваши люди вас повторяют. У вас уже структура 14 человек. И вы получаете от компании вознаграждение, которое перекрывает ваши затраты. Дальше эта сумма увеличивается. Таблицу умножения знаете. 14 на 3. Далее умножаем. И ваша структура, она будет быстро, стремительно расти, если вы правильно объясните людям, как они могут получить автомобиль всего за такую маленькую сумму. Вам не нужно искать 600 тысяч рублей. Вам нужно найти всего 3 человека, которым это тоже нужно, и 3750 рублей для того, чтобы взять сразу продукт. Потом, как я уже сказал, во второй, третий, четвертый, пятый месяцы и дальше вы уже будете брать из заработанных денег. Ваша сумма будут выплаты расти, потому что компания будет вам платить за товарооборот продукта в вашей структуре. Если вам это непонятна схема, напишите мне в личку, я уже вам более детально, как говорится, разжую все и покажу, как это работает.
Я сегодня нашел такую компанию, которая платит деньги. Это сетевая компания, у нее замечательный продукт, продукт, который нужен всем, и она платит деньги за товарооборот. Но чтобы получить такой товарооборот, вам необходимо найти 3 человека. Вот и все. Вот сюда, в эту схему, можно... Ну, я решил уйти на автомобиль, потому что я хочу уже поменять. У меня автомобиль новый, но я хочу обменять его на более новый. Вот. Дальше, в следующем шаге, мы с вами пойдем на квартиру или на дом. Потом еще будем открывать все новые и новые суммы, все новые и новые возможности. Но сегодня я вот ищу людей, которым это нужно. Если кто-то из вас думает, что это обман, замануха, то сразу можете отсюда уходить. Если вы в это не верите, то вам здесь нечего делать. Сюда нужны люди, которые действительно поверят и захотят это осуществить. Здесь нет никакого обмана. Это простая математика, и здесь ведь все понятно. Находим 3 человек, кому это нужно, и дальше действуем по схеме. Берем продукт, а компания выплачивает нам за товарооборот деньги. Все. Все просто, дорогие друзья. Но нужно начать. Нужно сначала разобраться, как это работает. Я вам помогу в этом разобраться. Ну и начать. А начать необходимо найти в своем бюджете вот такую небольшую сумму, 3750 рублей, и 3 человек, как минимум, которые пойдут за вами. Если вы найдете больше, там 4, 5, 6 человек, то вы уже не за 6 месяцев, а за 5 месяцев уже 100% выйдете на сумму более 500 000 рублей. Вот. Такое возможно. И вот, внимание, дорогие друзья, те, кто пойдут именно в мою структуру, ко мне, я обязуюсь вам вернуть ваши первые затраты, которые вы возьмете со своего кармана, эти 3750 рублей, при условии, если вы по окончанию, когда купите автомобиль, когда будете его покупать, запишите видео и расскажете, как и за какие деньги вы его приобрели. Я верну вам эту сумму. То есть вам уже автомобиль обойдется бесплатно. Вы заработаете деньги в компании за действия, которые вот, они не создадут никакого для вас труда, затруднения. Вы просто найдете 3 человек, раз в месяц возьмете продукт из заработанных денег, понимаете? Ну вот первую сумму я вам верну по окончанию, как только вы запишете видео и пошлете его мне. Все, и я вам сразу возвращаю эту сумму на вашу пластиковую карту. То есть уже автомобиль вам обойдется, по сути, бесплатно. Да, вы его купите за деньги, но эти деньги вам не надо таскать мешки, там, ворочать чего-то. Нет, вы просто нашли 3 человека, кому это тоже нужно. Один раз в месяц взяли в компании продукт себе, любимому, или там своим родителям. Продукт уникальный, продукт нужен всем. Но у вас получится товарооборот в вашей структуре. И за этот товарооборот компания вам заплатит деньги. Вот. Если вы это поймете, прочувствуете, как это работает, как это сработает, а это обязательно сработает, то вы все это получите. В следующем шаге мы с вами пойдем на квартиру или на дом. Удачи вам, друзья мои. Делайте шаг, дорога появится сама. Всего вам доброго.